Свой телефон далеко? Включи фонарик. Как раз посмотрим, что тут за здание. Там еще он вниз идет. Нет, просто я посвечу показать. Полуарочка. Как комнаты. Все, дальше нет ничего. Такой небосвод полуаркой. Все бетонное. И бетон, заметьте, до сих пор в идеальном состоянии. Не крошится ничего. Просто плесневел в кое-каких местах. Здесь, видимо, был металл. Это все уже попилили вместе с дверьми. Тут какой-то блиндаж 100% был. Тоже какая-то бочка. Все, вылезаем. Вылезаем. Тоже все попилили. Попилили. Вот. Идет армирование. Для чего вот эти крепления? Мне кажется, здесь какой-то был навес. Либо это шло электричество сюда, наверное, подвод. Это эти, как он, когда желоба вешают с электричеством, здесь вот подходят сюда. А вот это вот труба? Ну, какой-то, может быть, был и навес на самом деле. Выход какой-то, вентиляция, что ли? Похоже, больше на опоры, потому что, видишь, там какой-то поясок. Вот здесь внизу. Вот поясок, как опора идет. Это уже кто, металлисты уже порезали все. Я думаю, что освещение, скорее всего, может, тут какой-то был генератор стоял. Такой, знаешь, такой резервный. Вот его, допустим, там поставили, и он тут мотал на это, тут не было слышно его. И подавал, может быть, туда всю эту электричество. Я думаю, что так. Вон какая толщина, больше метра бетона. Больше метра. Бетон, бетон. Заливали. Это ж они не своими руками делали. Машина Ленька вон добирается, так как их пор. Вон, видишь, стоит? Вижу, да. Там какая-то дырка, вот смотри. Это та дырка была. Вот та дырка. Что мы внизу с тобой наблюдали. Вон, какая-то птичка. Орел. Орел. Орелик он летит. Знаешь, скорее всего, она какая была, может быть, как смотровая, может быть, скорее всего, была еще это, если там был какой дизельный генератор, может быть, выхлоп шел сюда газу. Ну хотя не видно никакой обгорелости черного.
Вон, смотри, как это облако висит такое. Скорость такая приличная. Да, все белое стало. Низ вообще не видно. Сейчас как-то до меня доходит, знаешь, вот это вот какой-то чин стоит, он в погонах немец. Команду распоряжается, вот это вот. Шнея. И для того вот происходит все это вот. Крик, плач. Людей этих кто. Летишь вне себя камни. Толпой вместе. Не сразу тебя убили, а вот так вот. Да, пуля она быстрее, нежели падение.
листы крупные, да? Это вот этот черный чай? Черный. Да. Крупняцкий такой. Стенки вековые, боже мой, что эти камни только перевидели. Нет. Смотри, сейчас вижу. Видел. Сейчас вижу. Тут стенка рухнула, смотрю, здесь вот. Угу. Виноградник сидит. А это угол жесткости. Угол жесткости вот так вот когда строят. Крепление? Да, когда лесенка вот так вот. Угу. Оно туда не выдавливает его наружу. Угу. А там видно упало. Угу. Ну, наверное, туечки уже молодые, да, наверное. Тут у нас цветов разной масти. Мелкие желтые, большие желтые. Вон какие стены, видишь, метровые, толстые.
Статуя шикарная, смотри, угу. Да? Такая кругленькая. Угу. Ленка, ну что, спускаемся там, где поднимались? Да, конечно, все четверо нам еще надо набрать. Ну здесь наверху наберем или там, тут где? Наверху, давай. Тогда сюда поворачиваем. Сейчас просто чуть посмотрю, что за дорога. Тут такая дорога для машин вообще-то. Угу. Ну да. Тут для машин. И тут для машин. Надо же было вот в немецкой голове. Все тут придумать хрень. Высоко в горах. Высоко в горах. Вот эти траншеи понаделать, забетонировать. Не так зря. Здесь выходы сделать в машинные подъезды. Там выход в машинные подъезды. И техники тоже. Офигеть. Ничего не видно. Вон там куча хорошая. Именно себе на чай посушим и любим. Любим чебрец, я сам. Так что приступаем. Приступаем его собирать.